Сейчас я вам расскажу, как я стираю кошачьи пеленки. Значит, как я уже говорила, у нас живет котик, но у него очень много блох. И в пеленочки тоже могут попадать и блохи, и уже мертвые блохи, кстати, потому что мы на холку наносили ему препарат, а также яйца блох. Все эти пеленки я складываю в специальный пакет, то есть накапливаю их, ну так сказать, грязными, хотя в целом они не очень грязные. Котик может на них случайно написить, или вот один раз он у нас обкакался, когда мы носили его в ветеринарную клинику. Я все пеленки сложила в стиралку, стирала при температуре 90 градусов, вот у меня есть такая функция 90 градусов, сейчас указатель стоит на 60, но это уже вторая стирка, то есть первая была при 90 градусах, со стиральным порошком, с белизной, немного белизны добавила, и вторую стирку сделала при 60 градусах. Почему я так стирала, я вам сейчас расскажу. Пока я буду доставать потихонечку пеленки. Вот это старое полотенце большое, я его разрезала пополам. Почему два раза стирала пеленки? Значит, первый раз я их не расправляя заложила в стирку. То есть не расправляя. Почему не расправляя? Ну, чтобы не трясти по квартире, по ванной комнате вот этими яйцами, блошинами и, в общем-то, все такое. А уже после первой стирки, когда уже гарантированно все яйца и сами блохи все-таки погибли, потому что температура была 90 градусов. Вот, я уже все эти пеленки расправила и заложила повторно. Вот, их перестирать. Сейчас я не могу вынуть одной рукой, потому что они переплелись. Вот. И сейчас я буду их развешивать на сушилку. Прямо в ванной у меня стоит сушилка. Вот, и на эту сушилочку я буду развешивать сейчас кошачьи пеленки и через несколько часов они высохнут. Вот я развесила уже все пеленки. Здесь старая простынь, разрезанная на 4 части. Старый пододеяльник. Старое полотенце махровое, разрезанное на 2 части. Сейчас работает машинка. Я ее запустила на режим полоскания. Добавила в отдел для средством белизну. Таким образом, вот эти пеленочки были простираны два раза. Один раз при температуре 90 градусов с белизной и со стиральным порошком. А сейчас я запустила стиральную машину холостую на полоскание с белизной. Вот только пеленок у нашего маленького котика. Вот. Конечно, расходуются они не за один день. Ну, где-то на неделю хватает. Потом я их накапливаю и стираю. Но блох у него уже значительно меньше. На 90, наверное, 5% стало меньше блох. И я надеюсь, что скоро будет вообще все хорошо. Пеленки выбрасывать я не хочу, вот эти. Покупать одноразовые тоже я не стала. Хотя тоже можно, в принципе, купить и одноразовые, да? Вот, и не заморачиваться со стиркой. Ну, я считаю, что ничего страшного, в стиральной машине все простернулось. Вот такие дела. Посмотрите, сколько пеленочек у нашего котика. Вот, из старых-старых постельных принадлежностей. Сейчас мы заглянем к Тишке, чем он занимается после вкусного обеда. Сейчас посмотрим. На улице идет где-то ремонт. Тиша, ты где? А, ты в домике был. Ты спал, Тиша? Ой, все скушал, молодец. Тиша. Тиш, я не принесла тебе вкусняшку, потому что ты... Да, только что кушал. Погладить тебя, да? Ты просишь погладить? Ты просишь, да? Как Тиша мурлыкает, ну-ка. Мяу, да. Ой, типа зимой. Вот так вот мы падаем и играем, да? А! Подожди, я тише потешу за ушком.
Вот сейчас опять пятнышко появилось. Вот какое-то пятнышко на ушке. Покажи, Тиш. Ну вот что это за пятнышко? Утром не было, а сейчас появилось. Ты отлежал? Да? Вот оно пятнышко. Что это такое? Тиш, ты отлежал себе ушко, да? Ну утром не было этого пятнышка. Тиша. Вот оно, а сейчас опять появилось. Тишуня. Когда тебя купать снова? Ну, не мешало бы, конечно, искупать. Давай, может быть, сегодня вечером опять искупаемся. Потому что еще остались блошки, да? Еще остались. Тишуня. Тиш, ну иди играй. Будешь играть или спать пойдешь? Ты будешь играть или спать пойдешь? На улице звуки от ремонта. Кто-то пилой пилит. Тишунь, ну давай. Ну что ты будешь делать? Ну, покажи свою мордочку. Пойди зимой. Что будешь делать? Какие у тебя планы? Какие планы у тебя? Мяу. Какие планы? Ты целую тарелку большую сейчас скушал. Да, вкусненько все съел. О, даже вылезал так, что она блестит. Тиш, когда такое было, что ты так вылизывал тарелку? Ай, в домик пошел же. Ну, пока. Пока. Пока тебе. Пока. Иди в домик, иди. Ой, типа зимой же зевает. Тишка зевает. Ну, давай. Тише, какой ты длинный. Ну, ладно, Тишка, пока. Пока. Ну что, Тишка поспал, а сейчас опять принялся играть. Давайте понаблюдаем за ним. Ой, хвост. Ну, скоро буду кормить его. Он спал только что. Проснулся, я его уже погладила. Он принялся играть. Thank you.
Вот я вам сейчас покажу, сколько пеленок получилось. Они уже высохли. О, какая куча. Вот такая куча пеленок для котенка. Это уже сухие пеленки. Я ему сейчас перестелю. Так, это я ему приготовила еду. Сейчас я его отвлеку едой. Он уже хочет кушать. Где он там? А, вон он. Сейчас я отвлеку его едой, а сама поменяю ему подстилочку. Тиш, ты где там? Вот он. Ня, скорей. Ня, тише. На, кушай. Давай, давай. Ой, чебузи, мой, какой мальчик голодный. Ой, чебузи мой. Тише. Ой, ты торопишься, да, Тишка? Ты торопышка. Тишка-торопышка. Так, сейчас я ему... Кушай, 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 тише, кушай. Не обращай внимания. Да кушай, кушай, тише. Я зашла на балкон. Так, подвину его игрушки. Ой, балконную дверь захлопнула, чтобы он в комнату не зашел. Так, ну что, будем смотреть, что у нас тут. Есть ли блохи? Да, ребят, блохи есть. Вижу их фекалии, этих блох, к сожалению. Ой, господи. Ну что, завтра будем купать. Так, что еще тут я вижу? Вот они. То есть вытирала недавно, а они опять есть. Так, сегодня я уже вытирала вот это помещение. И я сейчас опять вижу, что здесь есть яйца. Думаю, когда это закончится. Сейчас вот так сверну аккуратно. Так, так. Так, смотрим, что тут у нас. Так, ну уже гораздо меньше. То есть они есть, но гораздо меньше. Даже вот сейчас вы не видите их. И я их почти не вижу. Так, я сейчас буду вытирать. Вот, все, я помыла здесь, внутри домика, постелила чистую простынку. Сейчас я сверху домика протру. Вот прекрасно видно там вот этот мелкий черный песок. Как он мне надоел. Ужас. Ой, кошмар. Просто Тишка иногда здесь сидит. Вот здесь, наверху. Поэтому здесь вот образуется, сами понимаете, что фекалии и прочее. Так, все, домик готов. Я сейчас перемещу его вниз. Так, вот. Домик идет вниз. Все. Домик идет вниз. Это вообще, я не знаю, даже буду мыть. Возможно, даже сейчас. Перед сном помою по швабре правой. Ой! Тиша все скушал? Тиша! Ты такой голодный. Ну, конечно, ты же так много прыгаешь и бегаешь. Все, Тишуль, давай я тебя еще поглажу. Тишечку, Тибо зимой, иди в чистый домик. Иди. Ого, как ты сегодня в обед все съел. Чистая-пречистая тарелочка. Я забираю, Тиш, все. Надо их помыть. Все, Тишуль. Давай, пока. Тишка. Тишка, пока. Иди в свой домик. Ой, подожди, что значит пока? Я хотела воды тебе налить, зайка.
Сейчас я налью тебе воды. Тишка ждет воды. Ой. Тишечка, на водичке. Это кипяченая водичка. Вот комнатная температура. Все, попей. Или ты не хочешь водичку пить? Пей водичку, Тиша. Ну, типа зимой. Это водичка, пей давай. Так, твои миски я забираю. Все. Их надо помыть. Выпьте бы зимой. Ну, пей водичку. Боже мой. Какой нос? Куда? Ну, пей. Там водичка. Не хочет. Ну, зачем лапой? Тише. Вот, умничка. Ну, будешь играть теперь? Играть будешь? Ну, скажи всем пока. Скажи всем пока. Тишуль. Сытый мальчик такой. Да, Тишка? Тишка. Тишка, мурлышка. А, не бойся мой. О, как, ой, как. Ну ладно, играй. Давай, пока. Пока, Тишка.